Но выиграть ее он мог только с помощью друзей. Для победы над дикой охотой необходима была могущественная магия, поэтому Трис и Йеннифер начали собирать рассеянную ложу чародеек. В это время Авалак готовил свой собственный план. Надеюсь, что мы успеем. И что Дикстер не причинит ей вреда. Всякое может случиться. Одно неверное движение, и жертвой будет он. Ну, не знаю. Дикстра никогда не простит, что она подослала к нему убийц. А Филиппа наверняка слаба. Она все еще могущественная чародейка. Если люди Дикстры снимут с нее двемерит, она убьет их прежде, чем они успеют сказать «Ох, сука!». За вами приглядываю. Люблю дождь. Парьё по домам сидит. Должно быть, они недооценили Филиппу. Ты был прав. Должно быть, она вернула себе человеческий облик. Скорей! Я чувствую сильную магию. Сдавайся! Это лабиринт. Ты никогда отсюда не выйдешь! Гребаные идиоты! За ней! Мы этим займемся. Вот уж нет. Чародейка останется здесь. Мы идем вместе. И речи быть не может. Успокойся, Геральт. Я останусь. На случай, если она побежит сюда. Хорошо, я сейчас вернусь. Двигай! Зараза! Она наложила на них чары! Не стой! Филиппа, подожди. Красивая сапожа. Хорошо смердит. Теперь я твоя госпожа. И ты должен меня защищать. Ведьмак, не
не пройдет. Красивая сапожа запретила. Зараза, сука, падла, она и на него чары наложила. Она ранена, ты знаешь? Я хочу ей помочь. Она велела не пускать. Барт не пустит. Ха. У тебя болел когда-нибудь живот? Болел, когда Барт съел старого утопца. У нее все болит так, будто она съела 100 старых утопцев. Барт не хочет. От утопца очень болит. Пропусти меня, и я ей помогу. Барт пустит. Ведьмак поможет. Я хочу тебе помочь. Помочь мне умереть? Как бы не так. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Так же. Ты меня не достанешь. Я хочу тебе помочь. Прости, но как-то не верится. Прекрати верещать. Если бы я хотел тебя убить, убил бы. Чего ты хочешь? Пытать меня? Смотреть, как меня пытают? Мне нужна твоя помощь.
если ты меня обманешь... Расслабься, не собираюсь я тебя обманывать. Снаружи ждет Трис, она все тебе объяснит. Мне жаль, но эта госпожа пойдет со мной. Дикстра, уйди с дороги, у меня нет на это времени. Против тебя я ничего не имею, Геральт. Асфиль, нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филь? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Ты ничего не будешь ей показывать, она мне нужна. Да срать я хотел. Я долго ждал этого момента. И прости, но твои планы интересуют меня, как махакамский снег. Филипп пойдет со мной и ответит за все милости, которыми меня одарила. Ты всегда умел ценить важные сведения. Поэтому я не верю, что ты можешь сказать нечто, о чем я сам не знаю. Император Нильфгарда не сумел перетянуть на свою сторону торговую корпорацию. Оппозиция взяла его за жопу? О, тогда белому пламени недолго осталось плясать на курганах врагов. Его дочь вернулась. Император хочет отречься в ее пользу. Невозможно. Целилла? Это может изменить ход войны. Если только ты не ошибаешься. Мне сказал об этом сам император, так что новости с первых рук. Эмгир — лживая падла. Не в том случае, когда речь идет о будущем его дочери. Ты не представляешь, какая это важная новость. Смена правителя на императорском троне могла бы закончить войну. Вот Родовит обрадуется. Если Эмгир отступит, не останется никакой силы, способной остановить этого безумца. Особенно теперь, когда наш план не сработал. Ты правда думаешь, что у вас что-то выйдет? Родовит безумец, но не идиот. Он отлично знает, что есть множество людей, которые... Молчи. Я вас правильно понимаю? Вы хотите убить Родовида? Ну и ну, Сиги. Я поражена. Я-то думала, ты успокоился. К сожалению, как ты знаешь, Родовит заперся на своем корабле. Остерегут его так, что я не удивлюсь, если пара стражников для верности спит с ним в одной постели. Ты слишком много знаешь, Филь. И это еще один повод тебя убить. Может, стоит выслушать Филиппу? Она, надо думать, тоже не в восторге от Родовида. Рада, что кто-то наконец додумался избавить мир от этого выродка. В гробу я видал твои похвалы. Есть только два человека, которые могут выманить Родовида с корабля. Эмгир и я. Ты готова стать приманкой? Боюсь, Эмгир на это не согласится. Так что... Как бы, сука, не так. Не дождешься. Геральт. Я бы не доверил ей даже яйцо вкрутую сварить. Это верно. Я не умею варить яйца. Но подумай, как поведет себя Родовит, когда услышит, что вы меня схватили? Разве он не забудет об осторожности для того, чтобы меня убить? Лично, собственными руками. Исключено. Забираю отсюда, Геральт. Не то меня сейчас кондрашка хватит. А потом... Потом нам с тобой надо встретиться. С нашими друзьями. Я снял склад в порту. Приходи туда. Простите, что задержалась. Пришлось повозиться со стражниками. Привет, Трис. Филиппа, ты как? Бывало и лучше. Я тебя сейчас заберу. Вы справитесь? Да. Спасибо за помощь.
Да, Геральт? Посмотри, что я раздобыл. Идем. Надо его расколдовать. Думаю, это солдат. Сейчас увидим. Идем. Я знаю одно спокойное место, где у стен нет ушей. Все готово. За работу. Давай попробуем расколдовать этого солдата. Я могу тебе как-нибудь помочь? Да. Стой тихо и не отвлекай меня. Инналандаонна Арайс! Фердер! Энзер Херцаер! Во Эразинде! Вэнэй Хихэнэ! Эссэ пунт! Кто ты? Что последнее ты помнишь? Я помню холм. Шел бой. Я вез приказы. Там была чародейка, рыжеволосая. Она наложила какое-то заклятие. Правый фланг должен был вступить в бой. Ударить по щитникам. Правый фланг не ударил. А чародейкой была Лита Нейт по прозвищу Коралл. Я тоже там была. Это было очень давно. Шайсере. У тебя нет сил, так всегда бывает после артефактной компрессии. Тебе надо отдохнуть. Это верно. Когда придешь в себя, найди посла в Аратре. Он тебе поможет. Удачи. Это было любопытно. И утомительно. Ах, сейчас бы упасть в кровать и спать до упору. Береги себя. Чё это я чихаю? Здравствуй, бродяга.
что ты выглядишь, Йохан. А чувствую я себя еще хуже. Всю ночь меня рвало так, что все кишки наизнанку вывернулись. Кто знает, что за душегуб людей. Может быть, сожрал какую-нибудь дрянь. А что, есть выбор? Я ем то, что можно съесть. А раз из-за этой сраной войны жратва все паршивей, так этим и заканчивается. А, сука! Кто там? Ведьмак Геральт. Заходи. Шеф ждет наверху. Может, скажешь уже, в чем дело? Сейчас Геральт придет. Если придет. Не хочешь говорить, тогда разливай. Все ждем, ждем. У меня уже глотка высохла. Ведьмак, наконец-то. Теперь мы все здесь. Угу. Забились тут, как не знаю кто. Зачем ты нас собрал? Родовид сидит на корабле, туда ходу нет. Я уже говорил. Постой. Я знаю, как вытащить его на сушу. Но всему свое время. Для начала я должен покаяться. Я рассказал о нашем плане Филиппе Эйльхарт. Мя кульба. Охуенно. Ладно, ладно, все не так плохо. Сомневаюсь, что госпожа-чародейка предупредит ублюдка. Более того, она всей душой желает поспособствовать его смерти. Я, разумеется, никогда не приму ее помощи. Но Филь... Она вдохновила меня. Можно сказать, послужила мне музой. Вдохновила на что? Терпение. До сути дела мы еще доберемся. Геральт, если я правильно помню, Родовид нанял тебя найти Филиппу. Твоя пронырливость начинает действовать мне на нервы. Я знаю. Прости. Это профессиональная деформация. Нет, ты больше не шпион, забыл? Ты же выбрал жизнь преступника. Нет, этот выбор сделали за меня. Филиппа заставила меня бежать из Риданий. Родовид не дал мне вернуться. Дикстра, это охуенно печальная история, прямо за душу берет. Ну давай уже к делу. Да, ты прав. Геральт, будь любезен, ответь, пожалуйста, на вопрос. Он давал тебе заказ или нет? Да. Я нашел только ее убежище. А что ты предлагаешь? Мы могли бы использовать Филиппу, не вовлекая ее в наши дела, если ты нам поможешь. Родовид ждет, что ты добудешь ему какие-то сведения о ней. Достаточно упомянуть ее имя, намекнуть, что ты напал на ее след. О, он на это клюнет как миленький. Заглотит и крючок, и леску, и поплавок, и половину удочки в придачу. Скажем, Родовид клюнет на наживку и поверит мне, хотя не факт. Что дальше? Ты скажешь, что нашел убежище Филиппы. Где-нибудь, где мы сможем устроить засаду и взять его в ловушку. Предложение? Мост на Храмовый остров. Застроен с обеих сторон. Масса закутков и ворот. Легко отрезать от остальной части города. Хорошая мысль. Я разделю своих людей. Половину на одну сторону, половину на другую. К воротам. А посередине Бьянка с хорошо смазанным арбалетом. Видишь, Геральт, мы просим только, чтобы ты пригласил Родовида на прогулку. Вытащил его на мост. Ну что скажешь? Я в деле, но когда все закончится, что потом? В городе начнутся беспорядки, возможно, паника. Нам придется где-то отсидеться. Я уже думал об этом. Помнишь театр Мадам Ирен? Он сейчас стоит пустой. Мы с Талером будем ждать вас там. Будете нас ждать? Значит, свои шеи вы подставлять не собираетесь. Не в этом дело. Мы с Дикстрой охуенно много всего умеем, но мы не бойцы. Из нас вояки такие же, как танцовщицы. Не волнуйся, Геральт. Люди у меня опытные, они справятся. Главное, приведи им короля.
Я сделаю, что смогу. Где сейчас его корабль? Прямо за углом, в Новиградском порту. И очень надеюсь, ты к нему придешь, когда он будет в добром настроении. На мосту должно быть пусто. Мои ребята этим займутся. А что со стражей у храма? Они же, сука, набегут, как увидят, что творится. Если им немного приплатить, не набегут. Что ты здесь делаешь? Геральт, не задавай вопросов, на которые и так знаешь ответ. Это выглядит нелепо. Разумеется, подслушиваю ваш разговор. С немалым интересом и удивлением. Может, скажешь, что тебя так удивляет? Ваша наивность. Вы правда думаете, что Родовид поведется на такую грубую ложь? Родовид безумен. Он уже не способен мыслить рационально, поэтому... Поэтому он запросто может отдать тебя под пытки, даже если ты приведешь меня в цепях. Просто так. Филиппа, зачем ты мне все это говоришь? Ты так обо мне беспокоишься? Конечно, нет. Но я уверена, что сейчас абсолютно важно, чтобы Родовид умер. Вы не хотите моей помощи? Это печально. Но я сделаю все, что смогу, чтобы вы не облажались. Вот, возьми. Кольцо. Рубиновая печатка с реданским орлом. Это кольцо Визимира, отца Родовида. Отдай его. И, может быть, он поверит, что ты меня нашел. Возможно, он даже решит тебе довериться. Пригодится. Спасибо. Не стоит. Поверь, чтобы избавиться от Родовида, я готова на гораздо большее. Удачи, Геральт. Она тебе понадобится. Добрый бы из тебя вышел, моряк. Пригожую колдунью найти все труднее. А развлечься тоже хочется. Ведьма Геральт, чего тебе? Мне нужно увидеть короля. У меня новые сведения о Филиппе Эйльхард. Сдавай оружие. И за мной. Ваше Величество, ведьмак с новостями о Филиппе Эйльхард. Надеюсь, в этот раз ты принес что-нибудь получше магических кристаллов. Я знаю, где она. Может быть. А может быть, ты хочешь обмануть меня, как другие. А что другие?
Видишь ли, пошли слухи, что я щедро награждаю любого, кто приносит сведения о Бейльхард. Людей жадных и глупых в округе предостаточно. Так что на сходнях быстро образовалась очередь. Первым на корабль пришел охотник. Принес мертвую сову без глаз. Он думал, что я поверю, осыплю его золотом. Я приказал его ослепить, а затем сбросить за борт с камнем на шее. Второй был смотритель почты из Оксенфурта. Он заявил, будто нашел ее письмо. Поддельное, разумеется. Я приказал отрезать ему пальцы. Писать он больше не будет. А, и язык. За лживые слова тоже следует карать. Думаю, не стоит говорить, что очередь быстро истаяла. Я профессионал, мне дорога моя репутация. Было бы глупо приходить к тебе с пустыми руками. Кольцо моего отца. Филиппа запечатывала им свои приказы и рассылала их от имени короля. Где она? Под самым твоим носом, в Новиграде. В доме на мосту, который ведет на Храмовый остров. Почему ты не привел ее ко мне? Сперва ее надо поймать. Я только выследил ее и украл кольцо, чтобы доказать, что нашел ее. Ты ее боишься? Нет. Ты хочешь убить ее сам, своими руками, и я об этом знаю. Ты пойдешь со мной. Губрехт, собирай людей. Сколько, сир? Всех. Где она? Где Филиппа? Как я говорил, она в доме на мосту, ближе к тому концу. Перекройте эту сторону. Нам не нужны гости. Никаких зрителей. И свидетелей. Демьян, Жук, Эгберт, Фрик, Каспер. Останетесь здесь. Будете прикрывать тыл. И убейте ведьмака. Ты не знаешь, где именно прячется Филиппа. Без меня. Не бойся, мы как-нибудь справимся. Разумеется, с твоей помощью это было бы проще. Но ты меня злишь. Ты слишком много знаешь. Ты слишком часто мешал мне. А твоя грубость меня раздражает. Я убивал и за меньшее. За мной! Скажешь, что напоследок? Сука! Освободить ведьмака, потом родовит. Какие гадки только болеть не разносят. Порядок? Да, спасибо за помощь. План похерился. Значит, будем импровизировать. Геральт за мной. Надо достать Родовида, пока не прибыло подкрепление. Научитесь. Это ловушка.
подкрепление! Вызовите подкрепление! Если ты мне понадобишься, я сама тебя найду. Ведьмака! Подкрепление! Вызовите подкрепление! Откройте! Я приказываю открыть дверь! Надо было попросить. Я совершенно искренне. Простите, не смогла отказать себе в удовольствии. Как она? Откуда? Что за... Она подслушивала нас на складе. Что? И ты ничего не сказал? Давайте позже все обсудим. Родовит мертв. Неважно, кто его убил. Задание выполнено. Теперь пора отсюда сваливать. Сейчас реданцы набегут. Идем. Ну что там? Получилось? Получилось, получилось. Но все пошло не по плану. Ладно, потом расскажем. Сначала надо выпить. За север! За Тимерию! За Тимерию! За Тимерию, сука! За Тимерию. Что теперь, Роше? Новый виток партизанской войны против нильфов? Нет, война только что окончилась. Как так? Я о чем-то не знаю? Я бы сказал да. Видишь ли, завтра в полдень командующий группой армий «Центр» подпишет договор от имени Эмгыра. Условия договора оговорены с Дейкстрой.
Значит, в Велине, когда тебя поймали тролли, ты... Да. Я возвращался с переговоров. Эмгэр получает Аэдирн и Лирию. Из Темерии он выйдет. В обмен на голову Родовида и прекращение партизанской войны... Темерия станет вассалом Империи. Самоуправлением. Собственными судами, администрацией и войском. Серебряные лилии расцветут в лучах великого солнца. Будь я поэтом, я бы сказал как-нибудь так. Но я не поэт, так что скажу просто. Другого выхода нет. Вы не сказали мне всей правды. В этом отношении да. Мы же знаем, у тебя аллергия на политику. Вот и решили напирать на судьбу чародеев. Когда конец кончал бы все как просто. Все кончить сразу. Чтобы одним ударом все завершалось и кончалось здесь. Это что? Вакмет, акт 1, сцена 7. Всегда мечтал сыграть в это. Но меня брали только на роль второго пикинера. Геральт, выброси из головы все, что сказал тебе Талер. Не будет никакого договора с Нильфгардом. Ридания под моим просвещенным правлением будет сражаться до победного конца. И, победив, объединит все земли Севера, включая Темерию. Что? Как? Не об этом мы, сука, договаривались. Это правда. Вместо этого мы настаивали на сомнительной независимости одного государства. И чтобы восстановить ее, мы отдали Эмгыру едва ли не все остальные королевства Севера. Не самое мудрое решение. Так не годится. Двуличный ублюдок, я этого не допущу. Вообще, как раз ты, Роше, должен понять, что у меня нет выбора. Почему я это должен понимать? Потому что ты тоже патриот. Геральт, это тебя уже не касается. Ты можешь идти. Удачи тебе на пути и все такое. Дикстра, я не позволю тебе их убить. Ох, беда. Тогда ты умрешь вместе с ними. Убить их всех. Что? Яйца твои! Самому. Ох, ебись, оно все в три прогиба. Еще бы немного, и... Это еще не конец. Завтра нильфгардцев должен встретить посланник. Не сомневаюсь, что Дикстра приказал его убить. Этого допустить нельзя. Прости, но я не могу, я... С тебя политики достаточно, понимаю. Когда все закончится, приезжай в Вызиму. Тебя примут с почестями. Прощай, волк.
Седой, успокойся. Не то. Хоть знаешь, кому дерзишь? Обходи с двух сторон. Колдунью найти все труднее, а развлечься тоже хочется. Такие, как ты, только болезни разносят. Паражитизм и дизентерию. Не шляйся тут! А? Иди, откуда пришел. Спасибо за помощь, Геральт. Без тебя мы бы его не поймали.